сцене сводный хор пионерий и Московский камерный оркестр «Музыка Вива». Дирижер Александр Цалюк. Композитор Исаак Дунаевский. Автор слов Василий Лебедев-Кумач. «Легко на сердце от песни веселой». Всегда!
голову смажет нам своим крылом. Мы в стране, стране особой, о которой мы поем. Михаила Матусовского, солистка, лауреат всероссийских и международных конкурсов, выпускница пионерии Галина Войниченко. Thank you.
Музыка Пахмутовой, слова Добронравова. Беловежская пуща. Солистка, выпускница пионерии Александра Фролова. Чудотворный
музыка Александры Бахмутовой, слова Николая Добронравова. Улица Мира. Слышать музыку, что такое это
музыка, расскажите мне скорей. Птичий трелит музыка, и капелит музыка. Есть особенная музыка в тихом шелесте ветви. Трелит музыка, и капелит музыка. Есть особенная музыка в тихом шелесте ветвей. Видишь, лист кленовый кружится, тихо кружится под музыкой. Видишь, тучка в небе хмурится, будет музыка дождя. И у ветра, и у солнышка, и у тучки, и у дождика, и у маленького зернышка тоже музыка своя. Музыка Аркадия Островского, слова Игоря Шаферана. Мальчишки. Мальчишки несутся по снежным дорогам.
мальчишки глядят на девчон. Мальчишки, мальчишки, вдруг сердце забилось в груди. Мальчишки, мальчишки, что будет у вас впереди? Мальчишки, мальчишки, вдруг сердце забилось в груди. Мальчишки, мальчишки, что будет у вас впереди? Когда протрубили тревогу в любимом краю, застыли мальчишки в суровом солдатском строю. Мальчишки, мальчишки, вы завтра уходите в бой. Мальчишки, мальчишки, вернитесь живыми домой. Мальчишки, мальчишки, вы завтра уходите в бой. Мальчишки, мальчишки, вернитесь живыми домой. Он на листке и подписал в уголке.
Композитор Исаак Дунаевский, автор слов Василий Лебедев-Кумач. «Веселый ветер». Радость впереди. Всплывая
птица, а весенней кутерьмы. И поют над нами птицы, и поем, как птицы мы. А забыто все на свете, сердце забило в груди. Большого театра Николай Попов. Я просто хочу...
хочу поблагодарить, во-первых, Министерство образования Московской области за этот праздник, который свершился, всех педагогов, пионеров, которых труд вы сегодня увидели на сцене. Наши выпускники, наши предстали перед вами, это наша гордость. И в зале я вижу очень много знакомых лиц. Здесь выпускники, старейшие педагоги, наши сотрудники, ныне работающие и уже на пенсии. Я вас рада всех приветствовать и поздравить с нашим общим праздником, нашим 60-летием. И я уверена, что такие праздники будут продолжаться и продолжаться, юбилейные, не юбилейные, потому что Министерство образования Московской области во главе с нынешним министром Марианной Юрьевной Кокуновой поддерживает нас в этом. И я думаю, что это большое счастье, что сегодня звучало столько много хорошей музыки, написанной специально для детей. И, конечно же, по традиции, нельзя наш концерт не завершить нашей музыкой, нашего любимого маэстро Георгия Александровича Струва. Спасибо вам всем большое! «Школьный корабль». Слова Константина Ебряева. Солисты Екатерина Бочарова и Ольга Повстяная.
оркестром и музыкантом «Вива» Александр Царюк. Дорогие друзья, на этом наш праздничный концерт подошел к концу. До новых встреч!